Так, всем привет. Продолжаем пятый трай. Нас тут лежит лодка. Большой. Сбили, который мы мантой. Сейчас поедем на него. Тоже что-то возвращается. Так, собираемся. Значит, базы. На второй базе нам нужно снарядить субмарину Посейдон. Тут, блин, все крутые. Так, креветки. Ладно, сейчас посмотрим быстренько. Нормально. Нормально, нормально. 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 Возьми ближнего боя оружие. Так, давай еще одну кругляшок. Нормально. Так, возьми ближний бой. Нормально. Так, мины, дым, свет. Деструкторщик нормально. Так, и пошли эти теперь у нас. Так, бери еще 35 навык нормальный. 36 еще круче. Так, надо бы дымка еще. 37. Все лучше и лучше. Так, подождите, столько крен не надо. Бери лучше эту. Мины. Света тоже нет, нифига. 39 навык. Это вообще крутой. Так. Ну, не знаю, бери грена, что ли. Дальше. Так. Того мин нету. Ну ладно, нормально. Все, да? Да, ладно, сойдет. Погнали. Перехват. Посейдон. Кто там был-то, я не помню. Ой. Ой-ой. 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 Ой-ой-ой. Сорок семь. Прилегло. Эта дрянь прилегла. Почему туда не видят? Так, надо дронов выпустить. Может? Не, далеко ему слишком. Ладно, погоди пока. Так, вот ты давай. Давай поэтому. Да блин. Троих видит, охренеть. Охренеть. Так, давай к прицельным.
вообще пофигу на это. Так, ну чё, будем тренировать или нафиг? Да нет прямой видимости, а кого ты видишь? А, нафиг, 48. Готов. Так, он видит. А он этого видит. Не, погоди, этого мы успеем. Ноль. Оружие не заряжено. Да ладно. Блин. Блин, не хватает одного шага. Так, ладно, уходи. Так, дисруптор пока ждет. Давай вот ты. Прицельным давай. Так, все, уложили этих тасотов. Теперь надо Медузу еще грохнуть. А на нее это будет действовать, интересно? Что ли? Опа, еще одна увидит, зараза такая. Молодец, медаль тебе выдадим. Так. Не бойся, выходи. Я так понимаю, это нельзя взять. Эй, 31. О, печаль-то какая. Все, ладно, уходим. Так, давай. Чё, прицельным? Попал хоть? Попал. Так, есть кто ещё-то пострелять готов? Так, дисруптор, пока уйди. Вот еще есть товарищ. Да, блин, косой товарищ оказался. Так, этот отстрелялся, вот этот еще есть. Давай. Нифига. Так, ладно, надо, наверное, дронами еще пострелять. 32. Так, ладно, пока дрон ждет. Следующий дрон. Попал хоть ей? А ей пофиг. Ей пофигу. Сюда бежишь. Блин, акустическая пушка без патрон. А, бери ГПшку. ГПшка тут не помешает. Так, ты давай. Так, дрон уходит в бок.
давай сюда. Жмякни. Готово. Так. Все, эти заходят на базу. Так, и у нас получается... Сможет кто-нибудь сюда? О, вот, блин, вот это вообще не ходил. И все вернулись. Блин. Блин. Черт. А нет, сможет. Фу. Этот сможет сюда, а дронами можно будет даже перекрыть дверь. Все. Я троих уложил, и этого, и медузы. А нет, еще эту уложил спать. Мозги. Направо или налево? Дайте налево. Ой. Блин, хреново я там встал. Так, пока стой. Сюда вот залететь. Блин, там еще до хрена. Че, спуститься не сможет, что ли? Блин. А этот где? Блин, зря его. Внизу сейчас мы этому дым кинем. Так вот, ты будешь дым кидать. Все. Так, заряжай. Заряжай. Да блин. Так, вы присели. Все смотрят сюда. Все. Самое опасное — это мозги. Они если начнут кусать, то... без шансов. Так, слава богу, никто никого не убил. Так, где тут дрон? Никого. Подождите, давайте сюда вот так вот. Видит. О, летит тварь, а? Она прям к дрону подлетела, тварь. Вот тварь, а?
этого дрона покусать. Сейчас мы тебе дадим, блин. Интересно, на нее будет действовать эта штука-то? Сейчас вот она одна, сейчас можно и попробовать. Как нет прямой видимости? Нифига на нее не действует. Еще попробуем, конечно. Интересно, как-нибудь МК разрушить или ничего не говорит. Все, ладно, понятно. Она иммунная. Хрена себе. Сильная какая. Еще раз попробуем. Все, иди нафиг. Охренеть вообще. Жесть какая-то. Два попадания, она живая. Все, сдохла. Сдохла, тварь. Так, ладно, подходим вот так. Тут, надеюсь, никого нет. Тут никого. Так, сейчас, секунду. Так, ну чё, дроны, поехали дальше. Так, блин, тут еще далеко. От этого дрона, блин, могут оттуда снять. Так, а этот дрон что, ушел, да, сюда? Ладно, все, хорош пока. Будем ждать. Он летит, тварь. Где это она была? Так, тут уже все. Вон она, дрянь. Мозги, блин. Так, вот сюда Грена хорошо зайдет. У тебя есть Грена? Давай, активируй на ноль. Вышел. Кинул. Тварь. Сдохла? Хрень. Тварь, а? Ни хрена не сдохла. Ну, можно ее присыпить, кстати, тоже. Как бы 30-42. Сюда он не стрельнет, конечно, вот сюда может уже. Гадина, живучая какая. Сейчас мы тебе еще Грену кинем. На, съешь, тварь. Чего? Не попал. Блин. Дерьмо. И он встал тут. Ну все, теперь по любе надо гасить. Все, усыпилось. Так, отходим. Ну что же, поехали дальше. Да, вверх. И что-то я никого не вижу тут. Полетели. Блин, тут
тут еще далеко довольно. Зараза, не видит. Ничего, сюда что ли подлететь? А, о, увидал. Товаря. Так, она на первом этаже, и походу... И походу можно ее мочкануть попробовать. Вот это я понимаю. Один выстрел, один труп. Уходим. Так. Хочу куда-нибудь вот сюда встать. Так, а этот дрон... А этот дрон... Ладно, вот так. Так, этот дрон. Этот дрон... Ну, как бы сюда смысла особого нет лететь. Если только сюда вот куда-нибудь. Наверх вообще вот сюда встать куда-нибудь. Все, ладно, пока так. Этот чувак вышел. Че, может кого-нибудь вывести сюда на Overwatch? У кого реакция? Реакция, реакция, реакция 53. 40, 58, 20, это у кого? А, это у креветок. 59, 60. Так, вот 60, старший матрос. Давай, старший матрос, уходи. Твоя задача будет стрелять. Блин, там хлопают дверями очень активно. Так, ладно, врагов нет. Тут у них пробито. Ладно, я пока туда не полезу. Надо пока тут досмотреть до конца, чтоб с улицы было уже. Так, здесь еще тоже много места, может быть. Могут тут прятаться в углу. Так, а здесь у них типа вход, да? Ладно, прячемся. Так, этим поедем сюда. Назад. Так, пехотинцы пока прячутся. Повезло вам, никто на вас не напал. Сейчас будем выходить уже. Так, заряжай. Еще, кстати, дисруптор, то есть этот, одна штучка должна быть где-то у кого-то. Вот она. Все. Да, нормально им тут расхреначило. Так, все, вроде тут как бы чисто на улице, похоже. Там он не видит, мне надо спуститься маленько. Сейчас посмотрим. Так, все, здесь никого. То есть остается вот здесь вот. Так, ладно, дрон подъезжает сюда. Так, вот этот дрон едет сюда. Так, давай сюда. Пока
пока отъехай. Так, пехота открывает, смотрит. Ну чё, выходим? Пока вот так. А если там дисруптор? Не, ладно, двоих выпущу. Двое не справятся же. Не, ну ладно, рисковать тоже опасно. Нет. Дисруптор не прилетел. Так, где вот этот дрон? Его надо пустить, малеха. Так, тут никого. Отлично, вот это досматриваем. Ну, тут, похоже... Давай, лети сюда. Да, тут тоже никого. Все, спрятались. Даже если выйдет, он дрон не должен увидеть. Так, теперь тут смотрим, что залетаем. А как сюда? Какая-то хрень у нее. А тут нет у нее никаких этих проходов, что ли? Интересно. То есть просто такая у нее непроходимая хреновина тут торчит. Интересно. Ладно, поехали, смотрим дальше. Кватоидик. Так, стоит двое. Трое. Трое тасотов. Чуть дисруптор. Думаю, что дисруптор. Так, давай выходишь. Туда разворачиваюсь. Ты ну-ка отойди отсюда нафиг. Так, по прямой. Пуск торпеды. Давай сюда. Сюда и сюда. Жмякнем. Тут еще этот был. Это я понимаю. И подранил этих. Класс. Молодец. Все, пока назад давайте дуйте. Так, ладно, ты последний. Все. Все спрятались. Так, с креветками что у нас тут? Какая ситуация? Так, я не понял, еще у кого-то без... Блин, еще один не заряжен. Дерьмо. Собрался. Ну-ка. Так, автогаус. Ну, бери автогаус, Фигли. Все, у всех заряжен-то хоть дисруптор, ладно. Так, дрон, ладно, это дрон. В принципе, можно и сюда выехать. Следующим ходом зайдем. Так, этот дрон, все. Ну да, все. Че, он уже все, бедняжка, паникует. И ты тоже паникуешь. Да, вам не сладко пришлось, понимаю.
деструктора получить. Извините, ребята. Так, ну что, заходим. Наверх можно? Нет, только через лестницы. Давайте сюда под лестницу встанем. Тут вообще лестница сломана. А сюда нельзя вот так. Так, ничего, пехота выходит. Так, оставляем на выстрел. Дисруптор заряжай. И пока спрячься. Нет, тебе не надо резервировать, прячься. Так, выходим. Выходим под деструктор. Вон, пока так, больше не хочу. Не стрельнул. Это хорошо. Что-то все в дыму. Так, мне надо как-то сюда залететь. Опа, опа. Блин, я встрял тут. Молодец, расчет был верный. Так, теперь это загасить. 32. Он стреляет отсюда. Хорош. Так, и уходим. Так, вот еще один дрон. Но здесь, я думаю, уже никого. Подлетай. Так, пехотинцы. Пила есть? Да, какая у тебя пила, блин. А вот у этого должна быть пила. Блин. Пилы нету ни у кого. Охренеть. Да. Печально. Ну ладно. Нету, так нету. Пятеро. Так, пятеро сюда. Еще сюда надо. С главного, так сказать. Так, этот нафиг. Вот эти вот могут. Вот эти ребята могут бежать. Так. Еще беги сюда, что-то. Даже сюда сможешь. Так, ГПшка выходит в прикрытие. Даже стрельнуть сможет. Так, ты тоже взлетаешь вот сюда. Так, ты давай с автогауссом. К этим беги. Так, дисруптор ждет.
Этот выходит тоже в прикрытие. Блин, стрельнуть не сможет. Тогда отходи сюда. Дисруптор подходит. Все. Так, дроны я походил. Да, дроны я походил. Все. Это ожидаемо было. Это я поторопился, конечно. Так, здесь можно зайти его немножко покошмарить. Удалась психическая атака. Так, следующий. Тренировка пси. Так, отлично. Следующий. Так, отлично. Трое. Еще один есть. Давай пока убежим. Так, вот еще один. Так, сбой импланта. Так, вот это мне удалось. Ну ладно, отходит. Так. Ну что, стреляй. 40-32. Да, сможет. Готов. Блин, очередь не могёт. Скосило. Так, вот это плохо. Так, вот этот чувак отходит. Дрон залетает. Тридцать восемь, сорок, 42. Давай сюда вот. Так, сколько у него? 32, блин. Дерьмо. Так, и что мне остается? Так, ну этот... Давай-ка подальше отбегай оттуда. Так, вот эти у меня еще есть. 27 отсюда сможет стрельнуть. Так, куда-нибудь сюда нет. Дерьмо. Так, ну чё, автогаус на Overwatch стоит 26, блин, у него 30. А этот, блин, отойти не сможет, вот дерьмо. Так, если он полетит, он здесь может полететь. Так, мины. Мины. Мины, должны быть мины. Так, взял мину, вышел сюда. Так, теперь надо подумать, куда мину выросить. Но у нее единственный ход это по лесенке. Но она может к этому полететь. То есть по-хорошему надо куда-то вот сюда на лесенку кинуть. Да она сверху полетит, блин. Ну-ка присядь. А если она здесь вниз пойдет? Так, еще мина есть.
Так, ты, подожди, ты сможешь? Ты не сможешь уже кинуть. Тогда нафиг отходи. Ладно, спускайся, сидит. Не понял. И куда она легла? Класс. Классно легла. С автогаусом единственное только вот куда-то сюда подбежать. Типа на этот, на Overwatch. Эти ничего не сделают. КПшка тоже ничего не сделает. Этот может подойти, конечно, сюда. Давай куда-нибудь спустись, наверное, не знаю, сюда. На Overwatch. Все, ждем. Ну, сейчас дроны пострадают, скорее всего. Тварь, а. О, кто-то выстрелил. Охренеть вообще. Вот это жесть. Я думал, она сейчас выйдет сюда, но она, походу, увидела дрон. И на него пошла. Вот это жесть. И кто-то стрельнул. Это вот этот, походу, стрельнул. Вот этот. Но не попал. Да, сейчас бы я тут пострадал нафиг. Фу. Эти штуки меня пугают очень сильно. Вот стреляешь, ты совсем дурак, что ли. Сейчас придет, вас покусает. Еще один косорукий. Давай, гаси ее. Да, есть контакт. Так, дрон, посмотрим, что здесь у нас. Ничего. А, да нет, тут нет двери. Реально, вот этот аппендикс непроходимый. Так, это дрянь все тут. Ладно, пусть дрон гасит ее. Давай очередью. Нормально. Тут типа никого уже. Ну все, поехали. Тоже типа никого, да? Да, все. Так, ладно, пока прячемся. Так, вы на Overwatch стоите. Так, ты тоже давай сюда. Присядь. Так, у вас тут мина лежит, да? Давай на Overwatch садись. Все, вот так сидим пока. Все. Тварь, а? Ну стреляйте, ну чё? Сколько ж там этих тварей? С лифта, что ли? Мы откроем дверцу и отвалим. Так, давайте, ребята, вот автогаус, может, я знаю. Тридцать. Так, ну это нормально, это мина, это. Нам не страшны мины.
сработал. Молодец. А сюда она не пошла, типа на мину бы боялась нарваться. Так что ли? Она уже мины видит. Так. А что, имеет смысл еще тогда мину кинуть? Выбрасывай. Взял мину. Зарядил. Сколько там у тебя? 33, 19. Куда ее надо бросить-то? Сюда куда-нибудь. Она, кстати, вот здесь пролетела. А, она сверху спускается, походу. Так, блин, отсюда сможешь 20 окинуть. 19, давай. Короче, мину вот сюда кладем. Все, так, эти ребята подходят. Все встают на Overwatch тут. Так, вот эти тоже. Тоже на Overwatch. Ну все, дрон тут встрял. Ну стреляйте. Так вот тут можно потренироваться, кстати. Какой-то он, что командующий. А у кого-то есть, кстати, смотрелка. Вот. Ну что, мину подрываем. Ай, ладно, нафиг. О, удалось. Чё гасим? Все, зачистил без потерь. Один, только два дрона потерял. Жесть, конечно. Покачал еще этот контроль электронный. Так, транспортируем на интерсепторы. Добро. Так, во-первых, трупы. Так, во-вторых, пластик из орбит. Из орбит есть? Из орбит вообще нет? Ну ладно. Изолятор заполнил. Солдат нафиг. Вот тут солдат нафиг. Сенсор как сжимать или нет? Пофиг. Так, ну что ж, неплохо, я считаю. Я считаю, неплохо. Съездили. Так, средний. Перехват. Ну давай, фигля. Гаси его. Так, это отключаем. Будем гасить этими штучками, вот этими лавчиками. Как это называется? Штопором. Так,
Отлично. Давай, 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 давай. Оп. Так, снаряжаем. Посейдон. У меня тут были проблемы с этим. С пила меч только одна. Почему только одна осталась пила меч? Так, у меня были тут проблемы с патронами. Вот так надо брать. Дисруптор нормально, теплоударный, блин, тоже у них патрон мало. Гренный, считыватель. МК разрушитель, сжиматель породитель. Ладно, все нормально. Так. Пилу, блин, не сможет взять. Давай вот этому пилу дадим. Блин. Что? 72, блин. 64. Набери ГПшку. Вот так. Получается, две пушки. Две пушки. Ладно, их надо оставить. Мало ли там будут эти крабы. Экипаж заполнен весь. Все, погнали. Так, поехали. Начать операцию. Кто там будет? А, там же медузники. Чё я туплю-то? Чё надо было брать? Будем патроны экономить. Да, будем патроны экономить. Инструктор, ладно. Все, погнали. Стоит голубчик. Получай. Получил. И походу там не один был. Даже не получил сразу. Удивительное дело. Так, лодка, тут конец. Так, следующий. Видит. Угу, понимаю. Так. Сюда. 31 с жахой. В никуда. Так, ты давай. На скидку. Готов.
Так, ладно, нормально. Сможешь уйти? Сможет. А ты тоже сможет. Ну нафиг, все, уходим. А, блин, дрон тут еще. Ладно, сейчас сюда его выпущу. Целая тьма там на лодке. Так, тут двое. Сейчас жахнем по ним. Усыплялкой. Не попал. Тогда КПшкой. А где еще то один? Да, сюда. Ладно, уходи. Подожди пока. Так, заряжай. Куда стрелять, сами не знают. Ладно, летим. Ага. Вылезло чудо. Вот это опасный товарищ. 25-23. Блин. А как его оттуда взять? Дрон не сможет? Дрон, кстати, сможет. Не попал. Интересно. Ну, типа с крыши. Прицельным с крыши. Да не хватает. Нет линии. Ну пусть стоят тогда. Выходим на крышу. Хреново ты вышел. Сюда давай. Слава богу, у медузников. Блин. Короче, сюда выходи. РПшка уходит, ты выходишь сюда. Ты сюда давай. Блин, не может сюда уже. Ладно. Тридцать девять, тридцать два, нормально. Так, ты сможешь? Выходишь. Так, дисруптор. Так, ты давай сюда. Так, ты давай сюда. Так, ты давай тоже сюда. Все, все вышли. Так, ну что, с дисруптора жахнуть или нафиг? По этим можно с деструктора. Тогда деструктор выходит вот сюда. 47, 41. Давай, отлично. И стреляет. Так, вот куда-нибудь сюда. Так, тут дрон, блин. Сюда. И сюда. Ушла. Кстати, они могут стрелять же, да?
Не, пускай ждут. На Overwatch будем ловить. Блин. Блин. Хитрые твари. И я чё, вообще без дронов? Нет, вот один есть. Так, ну вот этого надо убивать. Ха, он до сюда не достреливает. Так, а вот этим не смогу я туда. Никак. Но если я поднимусь, я не смогу стрельнуть. Блин. Грену что ли кидать? Фиглик делать, грену кидаем. Все, прилег. Нормально. Ага, видит. Так, подожди, ты стой пока, вот пускай эти стреляют сверху. Не попал. Попал. Так. Давай в эту сторону, или лучше. Вот это лучше отправить. Так, дисруптор заряжай. Сюда можно малбомину кинуть. Так, вот этот заряжай. И поднимайся вот сюда. Так, вы подходите вот сюда. Эту штуку прячь. Так. Тоже вперед пускай идет. Сможет, сможет. Все. Ну что, стрелять никто не будет? Ну давай, ну стреляй. Обязательно надо было получить по морде, прежде чем стрелять. О, вот это я понимаю, молодец. Говорю, ГПшка разрешает. По морде получил, блин. Не, погодите, это стреляют верхние. Все. Да как так-то? Косые.
одного не хватает шашка. Попал. Так, ну все, идем дальше. Да, здесь походу чисто. Так, давай-ка тоже подойти вот сюда немножко. Дисруптор. Так. Вот эти двое. Давайте вперед. О, видит. Тут опасный товарищ. Мог бы и попасть. Подождите, на скидку. Давай прицельный. Попал. Так, дрон. Тут еще дыра, тут расфигачил ее. Блин, всю лодку расфигачил. Стреляйте. Совершенно не хотят стрелять. Всех дронов профукал. Так, видит, отлично. Кстати, снайперы надо тут сделать. Без снайпера чашка. Без снайпера очень тяжко. И я еще эти не взял, кстати. Стволы нормальные. Ну что, стреляем этими усыпляторами. Прицельным. Молодец. Так, расходимся потихоньку. Потихоньку расходимся. Так, вот эти летающие подходят тоже. О, видят. Стреляй. Нормально. Пустись-ка на всякий случай. Так. 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 Автогаус. Сюда. Сюда подбежать. Где увидят? Хрен знает где. Как ты увидишь там? Все, не видят. Так, у нас есть вот этот прицельно. Можно жмякнуть сюда. Понятно. Так, эти уже отстрелялись. Пускай бежит вперед. Так, вот этот еще тут. Ладно, эти на овервотче стоят. Так,
тогда дисруптором сейчас жмякну. 49. Ой, не-не-не. 41, давай. Вот сюда вверх. Потом сюда. И куда-нибудь вот сюда вниз. Нормально. Все, не магию зарядить. Задолбали хлопать. Еще один вылез. Че, сможешь ему всадить? Смог. Так, нормально. Продвигаемся здесь. Блин. Тут никого. Никого не видят. Сюда подбежать не успевает. Ладно, присядь. Тут еще один есть. Давай тоже сюда. Так, все. В принципе, вот этого можно было бы. Не, сюда опасно. Сюда вот только если вдвоем их поставить тут. Так, наверху. Так, вот этот выходит тоже. Так, наверху у меня тут дисруптор заряжается. Так, и вот тут еще двоится. Вперед давай. Так, ты тоже давай. Все, все вроде. Да, все. Хлопали и хватит. Так, вот у меня где разведчик. Тут уже все. Никого. Так, надо вот этих подводить. Летающих. Никого. Чё, бежим? Куда-нибудь вот сюда прячемся пока. Сюда, блин, отсюда выходят. Они отсюда выходят. Еще никого не видят. О, видят. Блин. Бежать он даже присесть не сможет. Ну, стреляй, чё.
45. Блин. Ты сможешь сюда подбежать? Нет. Тогда дым. Как ты не можешь сюда бросить? А. Я понял. Ну чё, вы сюда подходите на Overwatch. ГПшка. ГПшка пусть сюда идет. Так, эти вперед продвигаются. ГПшка сюда подходит. Так, все нормально. А этот где висит? Этот тут прям висит, да? Ну ладно. Так, эти что у нас? 32 на выстрел, 31. Смотри сюда вот. Так, дисруптор еще есть. 63. Ну, дисруптора я не хочу пока. Дисруптору надо какое-нибудь оружие давать все-таки. Заметил. Че, не видит? Вот он. Тварь. Сдохни. Так, блин. Никого. Ничего сюда зайти. Или пока нафиг. Думаю, что пока нафиг. С этой стороны зайти. Или забежать сюда все-таки. Мне кажется, у меня уже были такие попытки неудачные штурмовать эту лодку с забеганием. Кажется, лучше вообще вот сюда подойти. Тут типа вот эти стоят, и они смогут, если что, жмякнуть туда. Нужно мину еще вот сюда вообще положить. Ладно, мину не буду класть. Просто сюда вылезу. Так, здесь что? Едем. Ага, видят. Так, давай КГПшку сначала попробуем. ГПшка нормально отработала. О, еще один. Так, ладно, спускайся. Все, тут он вроде в безопасности. Кажется, ГПшка вот бы сейчас. Ну-ка, сбрось ГПшку. Отход. Так, твоя задача подобрать ГПшку. Из ГПшки нахреначить туда.
Так, сбрось. Давай вот ты. Блин, 23 у него, 20. Так. Попал. По методу мистера Джопера. Чуть своего, правда, не залепил. Но сработало. Так. Так, это на Overwatch. Вот тут еще двое висят. Тоже подлетают сюда. Ну и все. Дальше ждем. Ладно. Наверное. Ну все. Бесится. Сами себя гасят уже. Никого. Пока сюда отбегаем. Кого тут пила должна быть у тебя, что ли? Так, давай ты забегай. Блин. Никого. Блин. Без оружия стоит, но блин. 18 на выстрел, 32 надо. Дерьмо. Накидал дыма себе на голову. Блин. Че надо сюда проходить? А эти тут что? Не, ну это вообще без шансов. Он даже не добежит. Ну вот стрельну, хоть стрельну. Да, стрельну сможет. Так, теперь вот эти. Неудобная лодка, блин, ее рашить хреново. Ну, типа, только снизу можно. Ну, надо сюда. Так, еще где-то один. Тогда пока так вот сюда подлезай. Мало ли оттуда кто вылезет. Нет, тут вроде никого. Сможешь сюда уйти?
сюда, а сюда, блин. Вон, стой здесь тогда. Так, у кого пила? Вот пила. У ГПшечника. Нет, подожди, где ГПшечник? Сбрасывает ГПшку, берет пилу и бежит вот куда, где будем пилить. Вот здесь, наверное, лучше пропилить. Так, все остальные готовятся здесь заходить, рашить. Так, бери ГПшку. И ствол. А, блин, у тебя нету под... Ладно, короче. Все, короче. Сейчас огрести может. Но не бесится там. Повезло. То есть он зашел, мимо этого прошел, не заметил и спустился, да? Стоит. А прицельным. Минусанул. Еще один. А, это ну тот зашел как раз. Давай 30. Косой. Куда вас таких косых понабрал я? Вроде уже не в первой миссии едете. В трех клетках попасть не может. Так, ну все, теперь здесь идем. Пилил. Будешь здесь пилить, значит, следующим ходом. Так, ГПшечник. Давай куда-нибудь сюда вот. Так, здесь что у нас? Так, этот воец тут стоит. Нужно сюда пройти поглядеть. Никого. Прячься. Так, вот тут еще с полным этим. Этот тоже с полным. Ну, загаси его. Все. Класс. Без потерь. Только дронов потерял. Реакцию никто на нее не тренировал, хотя они стреляли. Так, сразу транспортируем на интерсепторы аквапластик. А, блин, там уже мест нет. Ну ладно, что есть. Так, медузники нафиг идут. Почему я... Ничего не понимаю. Так может быть.
Белогов, что ли, не было? Ликвидировать. Азорбитных обоим нет, бомб нет, теплоударных, креветок нет. Блин, вот это хреново. Так, с нулевой отправляем на 2. Разведрон. Креветок нету тут тоже, что ли? Это надо срочно креветки делать. Пиломеч один только остался, блин. Так, вот этих отправим немножко. Так, этих нормально. Пистолетов тут до хрена. Так, теплоударных бомб. Вот этих тоже отправим немножко. Грен до хрена зарбит. Понятно. Так. Так. Так, вот можно, кстати, броню туда отправить магнитную. Так, и можно туда отправить еще. Блин. Так, мне нужно делать этот. Креветки. И эти. Так. Производство. Так, это пока остановите. Надеюсь, она не эта самая. Не сбросилась. Так, креветки. Легкий дрон, креветка. Немного, давайте 9. Нет. 4. Давайте 12. Так. Ну все. О, новый истребитель транспорт. Наконец-то. Что это? Молот. Судно, предназначенное для транспортировки войск и перехвата противника. На корабле размещен аналог системы магнитных массивов. Несмотря на малые размеры, реализация проекта этого аппарата представляет собой потрясающее техническое достижение. Две пушки. 4000 у него скорость, охренеть. И запас прочности 960. 960, это он просто может гасить и гасить там. Жесть. 12 человек. И ПБСы влезают. Вот это круто. Это все. Это просто. Это бомба. Тифон только 10 влезает, а одна пушка. А здесь 12. 12 и 2 ПБС, то есть 2 дрона, значит. Супер. Это как этот, как этот, как Тритон. Вот по этим, по грузоподъемности. Только он еще стреляет. И за прочность у него охрененная, блин, 960. Просто жесть. Он просто будет рвать всех. И скорость 4000, блин. Вот это я понимаю. Так. Так. Там на торпеда нафиг не нужна мне уже.
Гибридная торпеда. Акустическая снайперская винтовка. Так, ну я думаю, надо этих из вот этих всяких биологов там поставить там по 25 ученых. Биолог, тентакулат, террорист, тасот лидер. Че, кто тут еще? Ну, вот обломки призрака еще можно. Во, вот это я понимаю. Молот. Вот это я понимаю. Так, базы. Манта тут. 2 дня. Креветки манта. Ну пусть произойдет, потом молот будем делать. Вместо тифона. Блин, интерсепторы. Ладно. Так, маленькие, медузненькие. Что-нибудь там делают. Нафиг плывет куда-то. Хрен с ним. Так, околопластик приехал. Пила меч. Так, всякая гадость приехала на второй. Это хорошо. Ну давайте делайте уже. Так, легкие дроны сделали. Так, и надо на базе нулевой отправить на вторую креветки. Блин. Дайте на нулевую отправим аквапластик. Где это аквапластик дурацкий? Во. Еще что-нибудь есть туда отправить? Вот труп медузника надо продать. Так. Нужно вот эти всякие гадости туда отправить. Тоже. Не знаю, что тут нужно, что не нужно, блин. Ладно, трупы хрен с ним. Наги, по-моему, уже все исследованы. МК-считатель. 5 штук, ладно, 2 отправим. Из орбит весь туда. Все. А теперь с нуля на 2 отправляем креветки. Тихо-тихо-тихо. 6 штук вот так. И, блин, еще это. Эти зарбитные, блин. А зарбитных нету. Зарбитных-то нету, надо производить. Ну-ка. Зарбитные обоймы нам нужны. Давайте штук, не знаю, 8.
Так, ну что, можно, кстати, на базу, наверное, уже поплыть сейчас будет. Так, зарбит. Так, все, сделали эту дрянь. Делаем теперь молот. Пластик есть, магнитной навигации нет. Сейчас будет. Так, ладно, пока разборку делайте. Кого тут? Давайте вот этот тентакулата. Максимально. Так, и надо с нулевой переправить на интерсепторы и магнитную навигацию. Этих тоже надо переправить. Блин, ладно, хрен с ним. Магнитная навигация, короче, нужна. Так, а вот здесь, блин, вот здесь еще продать нужно. Так, продать этих трупы медузников. Так, и вооружить надо на нулеву, на интерсепторах. Снаряжаем эту манту. Так. 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 Экипаж. Ну, экипажа, конечно, нету никого, да? А, нет, вот есть пилот. Так он в тифоне. Давайте посортирнем. Как-то, как у тебя? Все плохо. У тебя как? Совсем плохо. Впечатление, что их надо сортировать по реакции. Блин. И брать самых с реакцией. Так, уже хорошо. Так, вот этого можно взять. Хуянджунма. О, вот это вообще отличный. Ну-ка, ему надо вообще его переименовать. Ачара. Ом Ачара, пилот. Да, Ом Ачара, нормально. Так, экипаж, как это, снаряжение, что ли? Поставил. Все, круто. Так, и что у нас тут? И в этой нет торпед, ни хрена, как я понял. Одна. Из орбитовых батарей две, понятно. Короче, на это нужно дать 50, сделаем. Так, и ИВТ торпеды. Штук 10 надо. Я знаю. Блин, 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 блин. Как она себя чувствует-то? Две. Ну, сделали, блин.
Аж долго они их делают. Так, зарбитную эту сделали. Давайте, доделывайте истребитель. Так. Теперь мне нужно снарядить эту манту. Блин, еще один. Ладно, уменьшим сейчас. Вот так, и сделаем эти еще. Зарубитная батарея. Так, там надо 10, надо 20, что ли, их. Тогда уже 25 надо делать. Да, еще 30. Так, тентакулатор разобрали. Так, давайте дальше вот этого акватоида. Торпедой. Акватоиды готовы. Так. Тасоты. Ну чё, куда летит? Улетает. Перехватываем. А, ладно, сейчас он выйдет. Куда-нибудь. Ну все, манта вперед. Я так понимаю, это этот медузник опять. Да, медузники. Тогда надо вот так. Смысла не было. Чё, поехали. Шащи танк. Нет, танк, блин, я солью его там нафиг надо. Снайперки возьмем. Автогауссы возьмем. Против медузников самое то. Дымок. Столько ламп. Каждому по одной. Пушки вообще нафиг не надо. Ланд-деструкторы, теплоударные, грены, разрушители, сжиматель породителя. Можно породителей побольше взять. Нормально, нормально. Бери это. Не можешь. Почему снайперок нету? Бери это тогда. Нормально. Так. Тоже не можешь. Ладно, скинь вот так. Так, нормально. Нафиг. Нормально. Нормально.
Это Гаусс. Сойдет. Нормально. Вот снайперы пошли. Пойдет. Еще один снайпер, да, пойдет. Все, да? Две пилы, три пилы, четыре пилы. Все нормально. Погнали. Начать операцию. Против медузников используем породителя. Ой. Ой-ой. Блин. Может, грену? Ну-ка, давай-ка. Нормально стрельнул. Психическая атака удалась. Еще одного видит, офигеть. Сюда все. Вот этот не видит. Стреляй. Еще потому сможешь? Не, потому уже не может. Еще один. Попал. Косой. Молодец. Так, ну что, вот этого надо мочкануть. Одного увидят. Главное, далеко. Подожди, дать прицельным. Готов. Так, до бадрона выгнать. Так-то. Понятно. И этот дрон тоже куда-нибудь сюда выходит. Так, теперь забегаем взад. Цельным. Молодец. Сорок четыре, да.
понятно. Так. А, ну это не сможет, далеко для него. Так, где снайпера-то? Хорош. Ну и все, так, ничего, можно дроном еще пройти. Этого будет тяжело. Блин, дрон мешает. Охренеть вообще. Мимо. Ну что, из этой пострелять, что ли? 42. Придурок, блин. Будешь здесь стоять, значит. Такой придурок. Так, давай. Косой. Чё, у меня тут есть из чего пострелять-то ещё? Короче, ладно, все заходят назад. А, блин, не могут. Ну ладно, сюда прячьтесь. Так, дрон вниз и уходит. Этот дрон, блин, встрял. Ладно, все. Давай, придурок, попробуй. Загаси. Молодец, попал в этот раз. Не в дрон хотя бы. Давай теперь по тому фигарь. Хватает ОД. Жаль. Давай прицельным. Хорош. Подбирается с той стороны. Давай прицельно. 111% он попадает непонятно куда. Ой. Ты тоже непонятно куда. Того не хватает ОД. Тот попал. Так, ну что, едем дальше. Понятно. Короче, выходим. Понятно.
Самогёж. Понятно. Чё, ты смогёшь? Понятно. Кто тут из вас еще есть? Давай. Понятно с вами все. Так, блин, у тебя нету. Ты же не сможешь, да, стрелять? 39, ты же сможет. Смог. Ну чё, выходим вперед. Так, дрон вперед. Ага, еще один там. Может, деструктора туда жахнуть. Блин, я вообще тут все перекрыл. Не, ну отсюда он не дострелит никак. А, нет, может, офигеть. Круто. Ну, давай сюда, что ли, выходи. Так, вот этот стрелял уже. Тут, в принципе, все. Тут еще один остался. Давай сюда беги. И дрон тут. И дрон назад уходит. Так, а здесь еще где-то дрон. Где дрон? Или его сбили? А вот он. Давай вниз. Все, пока здесь стой. Это по дрону. Дрон выдержал. Крепкий. Так. Надо сюда подъехать, посмотреть. И потом вот сюда. Туда можно подняться, посмотреть. Тут уже лодка. Так, дрон. Так, вот этот товарищ заряжает. И прицельным стреляет вот в этого. Давай вот в этого. И гасит обоих. Так, отлично. Еще один тут. Снайпер мне нужен. Вот ты. Важная миссия тебе дается. Нет, ли не огня у тебя. А, ты можешь взлететь. Ну, давай. Молодец. Да, снайперки летающим давать это нормально, как бы. Хорошо работает. Убегаем. Так, ну-ка давайте-ка его тоже вперед. Так, подождите-ка. Заряжай. Полетел.
Ой, неудачно ты вылетел, я чувствую. Так, дисрупторщик тоже давай вылезай сюда. То я вас знаю. Все. Еще один. Так вот эта креветка, она, блин, чуть не пострадала тут. О, видит. Так, давай прячься. Че, кто-нибудь сможет туда, не? Грену. Все. Что-то их как-то мало уже. Чую их как-то мало уже. Подвигаемся, вставляем УД. Я так понимаю, они вот этих не видят нифига толком. Понять это, конечно, тяжело, но суть по тому, как они в них стреляют, они их не замечают. Это не точно. Так, летающие подлетают. Снайперы. Так. Кто тут у нас еще летающий? Заряжай. Полетел. Не, давай-ка ты лети. Так, снайпер еще один. Давай, беги. Так, и этот дисрупторщик вот сюда. Все. У всех ОД осталось, кроме нескольких. Все. Так, ничего, кого пила. А тут много же пил. Давай, беги. Тут распилим. Тогда вот эти пойдут пилить. Пятеро, давайте. А эти туда. Что, блин, тут стрёмно, конечно.
тут стрёмно. Можно нарваться. Так, давайте-ка вот вы подходите. Так, все, эти стоят. Снайпер. Дрон тут полудохлый. Еще летающий есть. По мне. Ой, блин, встрял. Дерьмо. Хрен, тут обходить надо ко мне. Так, ну-ка, пилу бери. Пили. Забегаем. Чё, никого нет, что ли? Так. Подождите, кто? Вот ты сможешь забежать сюда? Лучше сюда. Заходи сюда тогда. Так, тогда все заходят. Так, ты давай сюда возвращайся с пилой. Погоди, с пилой, вот ты сюда с пилой заходишь. Лучше так не ставить, лучше как-нибудь вот так все-таки ставить. Так, вы двое давайте. Реально тоже никого. Пока сюда. Так, на Overwatch. Да. Так, снайпер. Сюда встает. Эти бегут. Все. Так, вот еще один. Тоже бежит сюда. Так, дрон встрял тут, да? Понятно. Так, летающий теперь. Хреново подлетел. Так, снайпер летающий. Все. Вот еще дрон. Ну что, пусть он спускается. Следующим ходом к двери. Тогда лучше, наверное, подняться. Все. Сдались. Потренировал этот контроль.
Не очень сильно, правда. Так, трупы надо продать. Вот это нафиг. Медузники нафиг. Трупы нафиг. Операторы нафиг. Там есть место, может, у меня вампиры нафиг. Все. Нет. Все занято. Короче, не знаю. Так. Продать. Так, ну что же. Что у нас тут с исследованиями? Так, этих допрашивают. Тут у нас что? Обойма. И снайперка. Понятно. А здесь у нас производство. О, почти сделали. Так, тут тоже почти сделали. Можно тут будет сделать торпедные. Ладно, сейчас сделаю, тогда будем смотреть. Так. Все, препарирование всех. Глициноида. Ладно, пускай глициноид один останется. Так. Кажется, надо... Пиломеч. Акустическая автопушка. Сделаем 6 штук по 2 на каждую базу. Еще один, блин. Вылетаем. Че, фигля. Ну да. Нормально. Кто это такой? Снабжение какое-нибудь? Затонул. Да, наконец-то я дошел до того уровня, когда я уже спокойно на глобальной карте выигрываю. Осталось только базы их взять и все. Что-то баз много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще тут восемь. Нельзя посмотреть, кто там. Когда у меня подстроится уже эта штука, смотрелка. 14 ходов, 14 дней, то есть. Ну чё, летим? Чё ждать-то? Сидон, погнали. Ночная будет. У обойма акустической автопушки. С орбиты достаточно 3 очередей по 4 импульса. Ну, 105, нормально. А сколько, интересно, это толстая дает? Где она, блин? Что такое? Инструмент ремонта брони. Охренеть. Ни разу не использовал. Во, вот это 130, блин. А это 95. То есть она чуть лучше, чем вот это. Чем вот это. Это 130.�130.
А это 105, да? Нормально, чё. Так, акустическая снайперская винтовка. Чё еще могу тут? Так, квадтотменник. Тасот лидер. Что-то этих медузников, всяких биологов. Ладно, вот это изучим. Потом все остальное. Так, едем на миссию. Начать. Это не медузники, тут могут быть уже более крутые товарищи. Поэтому вот так. Автогаус. Ладно, один пускай будет. Не, бери-ка ты вот так. Еще один автогаус. Ладно, пусть два будет. Снайперки. Ладно, все, погнали. Не видно. Тут уже все. Так, у кого свет есть? Давай, выходи. Опа, видит. Наги. С деструктором. Удался. Удалась. Так, кинь-ка свет. О. Так, теперь кого еще? Так, и еще четвертый должен быть. Где он? Не понял, вот он. Так, ты пока уйди. Отлично. Все, отходи. Теперь гасим. Не, подождите, давайте вот как-нибудь из этих штук, что ли. Сяда прицельный. Хотя нага можно, нагов можно и снайперами гасить, фигли. Даешь. Зашипел. Так, теперь надо дрона вывести. Блин. Еще одна увидит. О, наш где висит. Так, туда надо дым бы кинуть. Ой, то есть дым этот свет. Где свет есть тут?
швыряй. Так, ну чё, туда надо как-то... Так, дроны выходят. Так. Ты назад. Выходи. 60-53, блин. Дрон встал тут. Давай, гаси. 53-59, он встанет тут. Деструктор не давай-ка на скидку. Мимо. Цельным стрелял. Тоже видит отсюда его. Что-то задолбался уже все, по-моему. Очередь. Давай. О, попал. Крепкий. Только со второго сдох. Так, ну все, уходим. Он с деструктором пополз. Они ползают, твари. Двоих с деструктором я видел. А где еще один? Тут вот еще один с деструктором. Ладно, пока дроны сюда прячем. Блин, нет, 62 не надо, давай так. Так, мочканули. Давай прицельным. Мочканули. Так, и этот где он? Ну да, с крыла можно. Блин. Мочканули. Так, в принципе, надо дроны ехать. Ой. Теплоударная.
Так, где снайпер? Вот он, снайпер. Гаси. Нормально. Все, прячемся. В принципе, можно и сюда забежать. Так-то. Только имеет смысл около двери становиться. Дроны, чё? Ладно, пусть пока там. Ты дрон сюда. Этот чувак тут стрял. Ну ладно, все вот так. Тут по мне стрелял, вот по этому походу. Или по дрону. Лампу сбил. Деструктор сейчас лампу кинет. Он, наверное, по дрону стрелял. Может и нет. Блин, лодка. Охренеть. Ладно, едем. На втором этаже, да? Ты сможешь же. Молодец. Деструктор-то. Понятно. Так, ты уходи. Автогаус. Ну, давай. Очередь, пожалуйста. Готов. Давай назад. Так, заряжай. Так, ну и что тут у нас? Еще один дрон есть. Этот дрон тут ничего не увидел, а вот этот дрон тут встрял, да? Так, у меня один наверху. Подальше давай встань, вообще сядь. Все, так быстро. У них расфигарило им нормально. Тут еще может быть корабли какие-то, блин.
сюда спрятаться. Ну что, все, ждем. Да, патрон из деструктора, давай. Только ты не попал. Давай в очереди. До свидания. Так, ну чё, поехали тут посмотрим. Никого. Хочу я выходить, будем ждать. Так, нормально. Все, тут все осмотрено. Врагов нет. Можно лодку штурмовать. Стоит деструкторщик. Тридцать два. Один, что ли, остался? Дрон куда-то смотрит, хрен знает куда. 30, блин. Ладно, стреляй отсюда. Не попал, да? Не попал, блин. А, прям перед ним встань. Где мои дроны? Поехали. Все, сейчас дронами зарашу. Он уже в панике. Опа. Сдохни. Все. Дронами зарашу. Прокачал зато МКН. Так, вот, мне кажется, вот это надо уже продавать. Некуда уже девать. Так, ну чё? Баса сейчас рашит неохота. В следующий раз, наверное. Тут как бы уже, я чувствую, финализировать надо. У меня уже силы хорошие. Снайперку сейчас изобрету. Акустическая автопушка. А, ну да, я делаю эти торпеды. Че, они вооружили? Да. Ну, вообще все супер. Все супер, все есть. Так, тут, кстати, к ванавтам можно
Ну-ка. Нереально в броне все. Тут даже особо давать некому. Дать по званию. Самым крутым надо выдать. Все, что ли? Все равно тут не хватает. Все равно не хватает. Сколько тут вообще акванавтов-то, блин? Охренеть. Охренеть. Так, давайте-ка мне их по... Подождите. Посейдон. Экипаж. Сортировать по силе. По навыку, точнее. 44, 42, 42, 38, 37. Еще какие-то, блин, уже эти лейтенанты, мичманы с науком. Охренеть. Офигеть. Креветки возьмите. Да. Круто. Это круто. Это круто. Ну чё? О, сделали. Так. Ну чё, молот? Дока нет. Так, давайте делайте. Ну-ка, давайте препарирование сейчас сделайте. Вот нагов. А я пока гляну. Да, нормально. Так, подождите, давайте эти. Эти боеприпасы. Вот это. Сколько надо? Ну пусть 30, там 6. По 3, нормально. По 5 получилось, ладно. Да, нормально. Так, маленький в воздухе яхта медузников. Расширение колонии. Куда они летят? Не, ребята. Извините, ребята. Я вынужден вас атаковать. Маленький. Гасим. Затонул. Яхта медузников затонула. Ну все, на медузников в следующий раз тогда. Посмотрим графики. На 6000 поднялся. В прошлый раз был 12000. Он был где-то там 9. Ну, ладно.
Все. Сохранить. Все, всем пока.